Всем привет, это Фазма. Приветики. Здоровые все. Здравствуйте. Да. Привет. Здравствуйте, Джессика, здравствуйте. Врываемся. Меня, между прочим, да. Дело 800, хотел сказать 8000. У меня 783. Джессика Левис. Так, чтобы взять такого полезного? У нас безумие, да? Уиллоу у нас Стрит? Безумие, да, кстати. Наша любимая сложность. Безумный Уиллоу. Бля, вдруг паншука? Безумный призрак. Давай бегом, безумный призрак. Ту-ту-ру-ду-ту-ру-ду-ту-ру-ду-ту-ру-ду. Я же запел пиратские песни, понимаешь? Да. Нифига у тебя настроено. А у нас щиток сломан, я не помню на безумии вообще что. На безумии? Не помню даже. Да, по-моему, там не работает свет. У нас есть какие-то или нет на безумии? Я не помню. Блин, внизу. 4 градуса, 8 градусов. Дай нам знак. Призрак. Я и забыл, что знак надо просить. Дай нам знак, ты тут? Что там, так да, с экраночкой да, зашел, да. Посмотрел на подкрадулях. Все в порядке у тебя? Ага. Да все нормально. Ты так зашел аккуратненько. Такой без пальца. 3 градуса, 4 градуса нашел. Где? Тут что-то падает. Где, где? В подвале? Ты где, да? В подвале? По-моему, в подвале. Где-то что-то падало. Дай нам знать. Это мы ходили, как слоны наверху просто. На, или в гараже? Дай знак. Я слышу какой-то падение. Опять вырубил? А, нет, показалось. Пойдем наверх. Какой-то маразм происходит. Призрак. Надо есть по хоть предметам кто-то? Смотреть, что попадало. Да вроде ничего не падало. Дай нам знак. Кроме надежды найти его. А в гараже вы свет включили? О, картина упала. Даш, как же ты прошла мимо? Такая поебота огромная, смотри. Ух ты. Так, дай... Опа! Опачки, дверь. Ультрик, бегом! Вот эта дверь, вот эта. Так. Ничего, да? Отпечатков нема. Жалко. Я пока здесь положу дневник. Так, что мы решили? Он здесь, на кухне. Так, ты здесь? Ты далеко? Тут было 2 градуса проскакивало. Выходите. Да-да-да. Сейчас. Так, ладно, все скажу. Да, тут не такая быстрая скорость передвижения, как было в челлендже на спидран. Но, в принципе, неплохо. У нас радио. О, радио это хорошо. Все, можно ничего не искать больше. Все, нахрен то. Есть радио, больше да, ничего да, не да. Надо, все. Так, радио. Какие варианты у нас? Да хера. Ну, давайте сольку, рассыпем. Так, ну только, слушай, если только мимики так, подождите, и вот подождите, это у нас, посмотрите огонек. Подождите, давайте смотрите. Вдруг. Значит, огонек мы сейчас с вами проверим. Понять бы, что у нас по рассудку, но не понять. Не, огня, значит, наверное, нет. Значит, миража по соли. Анрё у нас потом по свечкам. По ну, диагель мало по скорости. Я не знаю, что-то прёт немножко. Это все. Так, значит, я беру раз. Это все. Я беру свечку. Что все? Это все пахуще в машине, говорю. А, там просто залагало, видимо. Да я в эту кнопку все время то одну, то другую нажимаю. А значит, ты сразу... я беру, смотрите, Даш, свечку. Делай, как я, вот так. Получается эффект прикольный. Слушайте, а это фантом меняет облик на секунду, да, когда атака? По-моему, же это фантом. По-моему, фантом. Да, кто? Нет, в смысле не помню или нет, в смысле не знаю. Мне понравилась Алекс реакция. Да? Это было замечательно. Надо, кстати, кучку полтора. Духа будем обванивать. Духа будем обванивать. Возьмем Ваню, обвоняем духа Ваньке. Все будет нормально. Так, давай посолим. Я еще сейчас свечки принесу. Слушайте, подожги, пожалуйста. Да, на. О. Как бы ты не дергайся так, ага. Не дергайся, когда поджигаю, да? А то без бровей останешься. Ладно, без бровей, без благовония боюсь. Там, насколько активный призрак, когда включен свет. Ну, актива пока не особо много. Потому что мы так мару можем, ну, плюс-минус. Раз. Так, гост-вентик бы. Я фотиком бы его на какие бархатные тяги. Чайник валяется.
Ой, ходит. Наступил этот мираж. Чего ты убираешь? Задул свечку. Какие тяги бархатные. О, где мой фотик? А кто ботинку поставил? Ты сюда сам поставил? Чьи туфля? Бархатные тяги, да? Не хочешь себе? Какие красивые, смотри. Че старые притарабаним? Слушайте, поставьте, пожалуйста, одну свечку возле креста. Возле креста? Возле. Свечка так... А, Даша, ну и так стоит возле креста. А куда она пропала? Она телепортировалась в трейлер. А, зачем я... Свечка в трейлере! Блин, ну гребаные баги в этом яре. Мне показалось, либо я лазер видел. Свечка улетела. Ну это глюк, наверное. У нас не может быть лазер. Ну это глюк, я же говорю. Так, ребят, ну это не возле. А, то есть надо прям туда положить, прям на нее. Да, прям рядышком. Когда он начнет жрать, если затушить свечку, это же Андрё. Давайте кучки Полтера поделаем. Ну, ботиночки уже есть, давайте еще что-нибудь. А, он туда не ставит. Задул. Ребят, ребята, связь, Андрё! Что? Вот Даша... Ну, если почему свечка горит, он живёт. Там крест. Крест, беги! Бегите! Что вы испугались? Ебать, мы ловчие. Слушайте, а фотик кто-то сфоткал, я надеюсь? Скажите, что вы сфоткали. Нет, никто ничего не сфоткал. Вы чеканули, вы побежали, я побежал. Я решил немножко поорать чуть-чуть. Так, еще раз, смотрите. Он задул свечку и начался этот самый, и жрал крест. Это же Андрё, да? Явно, определенно, точно так. Я тоже так думал. Сначала... Вот, горящая здесь. Так, я бы еще проверил. Блин, у нас рассудок ниже 25. Хрень. Возьму. Так, ну нам все равно надо сбежаться, нужно благовоние. Так, все, я беру еще. Так, свечку ты взяла еще одну, да? Даша, ты или? Да, взяла. Слушайте, давайте там есть еще один крест, давайте по тому кресту проверим. Давайте проверим. Хорошо, что благовоние не мокнет, да? Блин. Фотик кто-то взял? У Алекса фотик. Больше нет, они где-то там были. Я же кучку уложил, скинул его. Так, а куда? Вот он. Классно, ты еще сейчас и чай, этот, кофе положил сверху. Надо еще чайник поставить. Да, я же хотел что-нибудь сообразить. Так, смотрим за свечечками тогда, да? За крестами. Вот еще один крест. Ух ты! Это кто бросил? Я не тот, я ботинок, я случайно ботинок сломал. Я сломал кучку, я испортил кучку. Ух, четыре свечи, вы издеваетесь? Слушайте, ну никто фотик не надо, просто за... опять задул. Нету, он Дашка, рук свободных, просто рук свободных. Блин. Ты знаешь, если какая-то херня, ты сразу на стол запрыгивай. Да, он реально тушит, смотри, одну, вторую. Угу. Сейчас посмотрим. Один у меня. А ты думаешь, мы покупали... О, смотри, тут это лежит, Алекс. Тут кость под тряпкой, смотри. Ребят, он задул. Даш, только одну задул. Только одна, видишь? Ну, второй крест не трогает. Если ты фотик взяла, тут косточка на кухне лежит. Да нету фотиков, я не видела ни одного, я не знаю, где. Пока горят свечи, смотри, пока горят свечи, он не сможет крест погрызть. Поэтому... Если это Андрё. Можем, конечно, рискнуть и... Ну да. Блин, я задула... Блин, я зажгла это самое. Ай, ну куда ж ты? Бывает. Я не на ту кнопку нажала. На, забери мой. Я успею сбежать. Не надо, лучше ты меня будешь защищать. Ребят, он все задувает. Так, ну слушай. Все задувает. Но этот крест пока не жрет. Что это было, блядь? А где все фотики? Я не могу понять. Никто не покупал? Один стандартно ждет. По стандарту один ты должен быть. Никто не купил, понятное дело. Так а вы что, все пять сфоткали уже? А, так сфоткай крест. Распятие сфоткай, пожалуйста. Блин, один кадр всего останется. Ладно. Ничего страшного. На косточку. Жженное распятие. На косточку, да, лучше косточку. А, сфоткал, я давай. Я уже сфоткал ее, да-да-да. Так, ну готовьтесь, так, смотри, может скоро атаковать. Блин, слушай, очень... Опять задул. Быстро. Давайте дождемся, чтобы он все задул, нет? Давайте, я сейчас поищу, куда можно прятаться. Если все потухнут, и он отгрызет крест, значит это Андрё. Прятаться не особо много куда, в туалет разве что. Туда. Ну, можно, нет, туда можно. Так, что-то открывает. Задул одну, вторую, ребята. Ждем, нормально. Задувает, так, а вы куда вообще отступаете? Я туда побегу в спальню. Гараж не самый лучший вариант, мне кажется. Да?
А какой лучше? Не моргает. К нам туда. Я за кресло побегу в спальню. Ну, лучше тут рассредоточиться, он же будет убивать сразу всех. Что-то багуется, что ли, или мне кажется? Так, я тут, ты тоже видишь моргание этих да, свеч? Ну туда... О! Что? Затушил. Уронил. Затушил свечу. Блин. Натухшая свеча. Аккуратно с расп... с этими самыми, с вонючками так, не третья. Зажгите. Последняя свечка. Швырнул. Смотрим сейчас. Он швырнул что-то. О, бля, нет, не успел! Я не успел! Сука, он во мне! Он во мне! Гондольер, блядь, во мне появился. Сучка. Сучка прям во мне мелкая появилась, блядь. Тварь! Отец, блядь. Защитили Дашу. Я бы побежал за тобой вообще. В гараж бы тиканул бы. Он во мне появился, Алекс. Он появился, эта девочка появилась прям здесь. Да, да, да. И убила сразу. Ну, слушай, только-только свечка погасла, и прям в этот же момент. Андрё. Атака и началась. Ну, блин. Андрёшка, думаешь, классическая, да? От креста. Ну, скорее всего. А Даша, смотри, просто молния, я тебе говорю. Ну, просто молодец. Сказать вот так пальцами, все, пшпреньк, раз. Делаешь пальцами, клац, и все. И Даша уже спряталась. Она в спальне, наверное. Ну-ка. О, дайте-ка. Вообще, что она? Как она и говорила, наверное, в этой спальне. Тварь, а. Да, за креслом. Ой, я икать начал. Так, а где ты? Где ты есть? Дашу убили, что ли? А, она умерла. Не-не-не, она убегает, нормально. Блин, ну мне это так получилось неловко, реально. Она появилась, сука, прям да, во мне. Да, да. А ты еще на меня начал бежать. Надо было реально в гараж идти. Да. Мы поехали, да? Да, мы уже отъехали, Даш. Да. Даш, мы отъехали, а ты едь домой. Да-да. Я поехала, ну его в пень. Это был замечательный Андрю. В нашем доме поселился замечательный Андрю. Прекрасно. Просто нет слов, блядь. Сойти с ума можно от этой фазмы с этими призраками. Это что-то... Моро! Какой Морой? Как это Морой? Здравствуйте, я Морой. Подождите, а как это? Ну, значит, совпадение со свечками было. Дашка, оно, короче, эта херня появилась прямо вот где я стоял в начале, где ты бежать хотела. Ну, она появилась поняла, прям там, чуть дальше, и сразу же убила. Потом Алекс побежал на меня, и его убила, а ты спрятаться успела. Слушайте, а как это может быть? Ну, не Андрё, несколько раз совпадало же. Совпадало. Ну, то есть, я имею в виду, тушил свечку, душил эту свечку. Ну, только он... последняя затухает, четвертая, и прям тут же атака начинается. Причем крест он не отгрызал, потому что начал в стороне, там, где Олег стоял. Там то есть, зона была, зона туда не дотянула. И он сразу же его убивает, я подумал, что, ну, это точно, ну, просто свечки уж позадувал, но атаку начал чуть-чуть очень в стороне. Это был очень странный призрак, честно. Ну, на Морове реально не странный. Похож вообще, да. Был. Обманщик какой. Лжец! Ну, здравствуйте. Как у вас дела? Ну, здрасте. Здрасте, да, снова. Да, снова здравствуйте. Кевин Брок на связи, безумие. Как говорится. Безумец. Так, я беру раз, я хочу сразу все схватить и сразу все посмотреть. Как много вещей, охренеть. Я прям не знаю, что брать, что же мне первым схватить? Олег, только вот этот фотоаппарат. Вот этот вот фотоаппарат. Ну, не купили, вот все. Даш, я купил по шаблону на $1000, о чем ты рассказываешь? Какой фотоаппарат? Как ты купил? Я купил на косарь, денег потратил. Я 3 выиграл, 1000 уже вложил. Я лучший инвестор в этом мире. Мамкин инвестор, да? Прекрасно. Все замечательно. Дай нам знак. Так. О, отличный знак, сразу. Блядь, зашибись. Да ладно, не может, не может же атаку. Чёрта, блядь. И побежали нахуй. Бегом, блядь. Прячься нахрен. Яй-яй. А дерьмо-то подкралось незаметно, блядь. Мы зашли и сразу. А так. Притом точно такие же настройки сложности, безумия, как были в прошлой серии. Ну, в прошлой катке, в смысле. Ёпт. Так, проверяем по свету. А мы свет даже включить не успели. Бля, оно ходит. Тихо. Проверяет он. Ай, блядь, добрый день. Охуеть.
Ебать, какая катка веселая. А Даша где? Даша тоже умерла? Я один на безумие не буду играть. Извините меня, пожалуйста. Но такого я не ожидал. Отлично. Нет, супер, согласись, да? Это вы будете вот это вот, вот сейчас летать здесь, мне рассказывать, кто там... Я сейчас любого поставлю. А подожди, кто такой жесткий сначала? Демон, может быть, наверное, да, какой-нибудь? Обычно такой херней страдает демон. Ты заходишь сразу, и тебя бэмс нахуй, и нету. Хорошо. Что, что ты машешь, да? Ты согласен? Хорошо. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам всем понравилось. Подписывайтесь на канал. На каналы. И все будет нормально. Это лучшая катка в нашей жизни. Мы сейчас послушаем закадровые комментарии наших тиммейтов, что они скажут. Да! Нихера себе я демона поставил! Это что-то шикарное. Я захожу на кухню. По-моему, я вижу пар изо рта. И тут я слышу вот это... Я слышу Нет. Это падло, ну, что, не спросить не успели, не нагрубить человека. Даша, я зашел последний, туда, третий, или нет, или второй. Короче, я только зашел, дверь закрывается, атака сразу, я Алекс кричит. Демона. Я знаю, что иногда бывает какой-то шанс, что демон нападает с сотни рассудка. У нас же сотка, наверное, сотка. Да, да, 100%. Ну, только-только зашли. Это, по-моему, очень редкий случай, когда вот сразу сотки, только заходишь и сразу атака. Но это было очень круто. Это лучшая кат. 3 минуты идеальных прошли. Да. Сразу угадали, сразу поставили, выбрали, уехали. Жалко, не сфоткали. Ну да, жалко, жалко. Выжили, правда, не все, да. Я надеюсь, сейчас не X24 будет. Нет, Дороти нет. Дороти адекватная? Нет. Дороти самая адекватная тварь. Так, все, забирай. Так. А, не-не-не. Пойдем не, журнал, мстить. Журнал нет. Что это такое? Все деньги было? Потеряли. Да ладно, нормально. Олег, раз ты камеру купил, надеюсь... Я же говорю, что я и ваш денег. Инвестор, я и призрака правильно выбрал. Я первый захожу. Снежинки. Лови их ртом. Дай нам знак. Так, пойду-ка на второй сразу. Ох, как скрипят половицы. 3 градуса наверху, между прочим. Скрипят, как жизнь. Есть кто живой? Дай нам знак, ты тут? Призрак? У кого? У меня минус. В спальне, в дальней. О, хорошо. Какой этаж? Первый. А где Алекс? Тут, что ли? Не знаю. Здесь, а, вот-вот-вот, все правильно, да. Там дверь открывается. Вэрриги, морги. Вроде облачка были. Минус, да, минусовочка. А, ну распространяется. Хорошо. Так, ну и все. Так, где минус? Вот. Люди, да? Так, ну... Ну, красавчик сразу нашел первую улику. То это круто. Ну, я прям сам удивился. Там вообще офигеть. Забрел сюда и... Так, ну это профессионализм. Это профессионализм. Да, это не пропьешь. Так. Это супер. Кстати, демон опять может быть, да? Да, да. Но шанс того, как он в той катке нас убил, крайне мал. 1-3. Так. Кого тут начал проверять? Пойду еще шматье принесу. Так, слушай, да. Блять! Ебануться опять, что ли? Не надо! Сучка ебаная! Ты че? Это не ивент. Это нихуя не ивент. Это настоящая... Да ладно! О, я живой. Подожди, я пока жив. Чё за хуйня? Чё ты танцуешь, ебать? Тун-тун-тун-турун-турун. Как это, блядь? Как это получается? Все? Бля, она ушла или нет? Алло? Я жива, быстро вниз. Блядь. Бля! Твою мать! Дура тупая! У, Алекса убила! Мы вместе сидели в каморке! Мы за лестницей! Оба сидим с Алексом, она его убивает, я живой! Я боялась, что я тоже убью, пошли быстро жрать таблетки! Это что, опять демон, что ли? Не знаю, 2 штуки пей. Он напал через 2 минуты. Скажи, пожалуйста, сколько была температура? -2 это то, что я увидел в начале.
Слушай, а подожди, еще раз, где вы сидели? Мы побежали от того места, где она появилась. Мы побежали под лестницу с Алексом вместе. Ты ее скорость не слышал, когда она была? Она не бегала, она просто пела, а ходила, комнате? Пела. Не слышу. Мы как-то сиганули быстро и все. Потому что Ханту, по-моему, где у себя? Хотя подожди, я же включила свет, то есть как бы типа появился свет, типа. То есть, ну это не Хантук. Короче, я кого вычеркнула? Ревика? Тень? Это не тень. Да, это точно не Ревика. Мароя? Мароя вычеркнула. Я бы Мимика вычеркнула, я не вижу огонек, но мы можем пойти проверить. Анрё? Джина я бы, наверное, тоже вычеркнула. Скажи мне, а как получилось, что, сидя в одном месте, она его убивает, а меня нет? Сплюнь. Пошли, класс, я же тебе говорил, я не понимаю. Возьми, пожалуйста, свечку. Возьми, пожалуйста... Стоп, возьми, пожалуйста, свечку и возьми вонючки. Даш, у меня только две руки, напоминаю. Ну смотри, у тебя зажигалка, свечка, вонючка, все, больше тебе ничего сейчас не надо. А фонарик мне так сказал пока. Я для тебя что, пустое место, фонарик? Я иду с зеленым. Я, во-первых, свет включила, во-вторых, нам надо сейчас быстро два креста добавить. Я зажигалку не взял, у меня зажигалки нет. Ну выбросит этот фонарь, сейчас он не понадобится. Ладно, ребят, если что, будете смотреть в темноту. Кто это? Будем в темноте. Мне надо успеть распространить там кресты. Потому что демон сначала, по-моему, должен сожрать кресты, а потом атакует. Там какая-то есть система с демоном. Только аккуратно. Да, это хорошая система. Черт. На МП5 похоже. Нихуя не вижу, серьезно. Я вот иду, блядь, в темноту ебаную. Ни черта не видно. Пока свет не зажигается. Так это же не тут было, или тут? А, тут, да. Тут. Так, два креста. Сколько есть? Сколько МП? МП3 пока. Блин. Ну, может быть, и 5, понимаешь? Так, я там крест жрет, это демон, скорее всего, беги! Такая реакция должна была. Я бегу. бегу. Я просто драматизма добавил. Слушай, в момент. Скорее всего, это демон. Опять? Блин, фотик не взяли. Опять демон? Не знаю, но... Но он напал через 2 минуты. Мы только зашли, сразу было нападение. Он просто жрет крест. Голодный бывает. Ты видишь, горит? Вижу. Следи, пожалуйста, за крестами. Алекс, следи за крестами. Но он еще не пол... Собака, без этого самого, без фотика, это, конечно... Да, весело. Мразь, она здесь, она за нами топешится. Да. Выходи. Ух, так. Одна улика. Ай-яй-яй. Слушай, так. А он... А, свет он не вырубал. Блин, отсюда не видно никакой крест. Да, а ракурс неудобный, конечно. Ну, я как поставила, так поставила. Блин, ну я все равно к демону как-то склоняюсь. Он, кстати, свечку не тушит. Давай еще одну свечку поднесем. Ну да, по тому, как быстро он напал, это реально может быть демон. В той катке через минуту, в эту через две. Так, взял вонючку этот самый и пошли. И кого еще это хотела? Кого еще надо? Зажигалку. А, окей. Сейчас, наверное, крест перенесем. Слушай, ну мне кажется, он не в той комнате. Да, минус, почему? Я имею в виду, он в де... Блин. Он в детской может еще быть. Ну, то есть в самой бой с бедруме. Давай перенеси свечку сюда. И второй крест. Так. Второй крест? А где второй крест? Я не вижу. Перенесла. А, окей. Так, направила сюда. Раз. Я направила камеру, чтобы видно было кресты. О, хорошо. Давай посмотрим. Смотри, демон не нападает... А, сейчас скажу как. По-моему, там фишка в чем. Опа, демон не нападает, потухло. Пока не съест кресты. Там такая фишка. То есть пока он не сожрет камера. Крест, мы типа в безопасности с тобой. И мы, кстати, хорошо... Чёрт. Я думал, хорошая безопасность, типа. Неплохо так. Алекс, надо последить за крестами, пожалуйста. Тихо, тетя. Спокойно. Спокуха, сидим нормально. Сидим, не рыпаем. Пошла наверх.
По-моему, она ходила только что в сторону лестницы, и туда где-то, где кухня и гостиная. Там походила, пошерудила, тут шерудит. Шеруделка не выросла. Подпали руку, как в детстве делали, да? Я как бы в шоке. Блять, привет. Она пугает меня ивентами. Только что ивент был, она маленькая бежала на меня. Да я видела, пойдем отсюда. Слушай, ну это по... Алекс, проверь, пожалуйста, кресты. Так он уже проверял уже до этого. Сейчас, если оба креста на месте, а он не сожрал их полностью, то это не демон. А как камера издалека сама переключается, интересно? Я переключу. Кресты есть. Кресты есть на месте? Он не дожрал второй крест? Так, это не демон тогда, но мы все сделали. Тогда кто мог напасть Может, на нас, хантуха? Когда Ханту? Мы только зашли? Ханту? То есть демон первый был, да, на очереди? Ну да. По-моему, Ханту может нападать. Тогда надо пойти проверить, сколько там минус. Или они уже пофиксили это давно? По-моему, пофиксили, там уже не влияет. Это не джин, потому что он там свет периодически вырубал. Он дверь открыл, смотри. Сейчас дверь нараспашку туда открылась. Ну смотри, это не близнецы. По-моему, он всегда стартует с одного места. Он всегда с той комнаты идет. Так бы он был бы на втором. Скорость все время одинаковая. Это не близнецы, не мимик. Огонька не было. Вот видишь, нету огонька. Мы бы увидели эту точку. Алекс, иди к нам. Он ты тут мне, уже. Алекс, так, ты мне скажи. Он облик свой не менял, ничего? Скорость Нет, почему? Подожди, почему не менял? Я видел ее в образе дыма, ну вот это вот, как вода. Нет, это не то, я имею в виду, есть призрак, я не помню, это, ой, по-моему, все-таки фантом, он превращается на секунду в другого, если это маленькая девочка, он может стать бабкой. Есть такая особенность, по-моему, у фантома. Ни хрена себе способности. Да. Так, ну нас это не волнует. Анрё, ну он свечки, понимаете, меня смущают эти драные свечки, это не демон. Алекс, поправь меня, пожалуйста, если я не права. Демон должен сожрать распятие и только потом нападать. Затушил, смотри. Блин, что это, Анрё? Мы уже так один раз думали на Анрё, а потом в итоге Морой оказался, да? Да, но тут скорость одинаковая. Тут у него постоянно одинаковая скорость. А учитывая, что у нас уже был низкий рассудок, Морой должен был бегать. Где у нас все призраки? Чем слабее жертва, тем сильнее Морой. То есть тут как бы... У нас не было корреляции. Значит, ну, я между Юрей, ну, я не думаю, что Юрей, хотя рассудок, ну, Юрка, ну, вряд ли. Юрка не нападает так быстро. Короче, либо Ханту, либо Анрё. Я попробую Ханту. А вы не помните, какой был минус? А, минус, ты говорил, минус полтора? Давай я пойду проверю. Возьми вонючку. Я с тобой пойду. А где у нас там самый? Да, там лежит. А, я же без фонаря, блядь, ничего не видно. Я без фонарика. А я свет включу. Пойду наверх. Спрячься пока. Я ничего не вижу. Я не пойду прятаться, я не вижу, куда прятаться. Сначала фонарик. Так, сначала фонарик, а потом уже и прятки. Ух ты. Так. Давай быстренько сбегаем. Так. Опа, два креста уже горят. Два креста зажжены, ну, надкушены. Температуру проверяй, бежим. Блядь. Ёбаный нахуй. А, сука. Сучка напугала меня. Блядь. Мразотка мелкая. Минус 11 в ее комнате. Минус 7. Минус 10 во второй. Иду. Просрал благовушку. Бегу, бегу, бегу. Ну попробуем Хантуху. Я к ней подошел, она начала мне вентить. Я просрал благовушку. Блин. Но два креста горело надкушено. Ну это не демон. Ну либо это какой-то конченый демон, который странно нападает. Они тут все конченые демоны. Алекс, Хантуху попробуй. Хантушку. Мы не уверены. Вот это интересно. Кто выпал, хрен его знает. Запутать призрак может любой.
Анрё! Грёбаный Анрё! Ай-яй-яй, анрёшечник! Ах ты, сволочь! Как так-то? То есть, когда мы подозреваем Анрё... Слушайте, ну это вообще маразм. А, да, ужас какой-то. Ну как так-то вообще? Я и демона уже думал, и ханту, и даже на Морой в какой-то нет, момент. Нет, демон точно. Оказался вообще Андрё. Ну он последнюю атаку начал, две свечи, одна горит, крест лежит, она с этой комнаты вроде начинает атаку. Я, ну какой Андрё? Вот ай-яй-яй. Такой.